сегодня у нас будет влог, еще один день, пока я живу за городом. В общем-то, давайте начинать. Я уже успела привести себя в порядок, выпить все витамины, накраситься, так что сейчас мы с вами можем начинать уже делать разные дела. Первым делом я хочу все поснимать, потому что, наверное, сегодня я уже поеду обратно в Киев. И из-за того, что мне уже здесь скучно. Так что нужно что-то придумывать. В общем-то, погнали работать. Вот еще посылка с книгами, которая мне пришла. Если честно, здесь все те книги, которые я безумно хотела прочитать. И вот мне попался сайт по очень хорошим скидкам. Прям безумно хорошим. Так что я набрала очень много книг. И я безумно этому рада, если честно. Потому что прям... такие большие посылки с книгами я не делала уже довольно-таки долго. Так что давайте смотреть, что здесь есть. Я очень хотела прочитать эту трилогию. Она будет очень интересная, так что я хотела именно в этом издании, потому что смотрите на эту красоту. Здесь все очень красиво, скажем, детализировано. Так что будем читать. Решила не мелочиться и заказать уже все три книги. Также из того, что я очень хотела, это книжный вор, «Таинственная история Билли Миллигана». «Повелитель мух». Многие говорят, что это просто очень интересная антиутопия. «Иметь или быть» Эриха Фрома я довольно-таки долго хотела прочитать. Я люблю такой жанр книг, так что мне кажется, мне понравится. Ну, в общем-то, будем читать. «Коллекционер», «Вино из одуванчика». В принципе, я знаю, что здесь будет происходить, но мне все-таки захотелось прочитать. И также «Шепотун» должен быть интересный детектив, так что будем все читать, я буду все рассказывать. Но, если честно, просто невероятная красота. Вот мой завтрак на сегодня. Это овсянка с малиной и бананом. Если честно, я овсянку ем, мне кажется, просто каждый день, так что это моя любимая еда по утрам. И также я сделала такое легкое кофе. Здесь даже тяжело сказать, что это кофе, потому что здесь в основном все молоко. Если честно, я не думала, что у меня эти дни, что я здесь, будут настолько ленивые, но все же это так. Я не ставила себе какие-то прям глобальные задачи на дни и все остальное, но вчера у меня хотя бы было более-менее продуктивное задание. Того, что я почитала, поснимала довольно-таки много, и, в принципе, довольно-таки поздно легла спать из-за всего этого. А сегодня я приготовила просто завтрак и ничего больше не делала, немного сняла видео, опять же, вот и все. Вот. Но главная задача все-таки была отдохнуть, и я думала, что я здесь выдержу дня 4 хотя бы, но уже через пару часов я буду собираться домой, так что если посчитать, то... Я здесь примерно полтора дня, ну, в принципе, я довольна, потому что то, зачем я ехала, я здесь сделала, я отдохнула немного и в целом поснимала, так я и хотела. И давайте, наверное, чтобы день был еще более ленивый, наберем ванну и вообще будем ничего не делать. Так что я просто довольна всей этой задачей. Думала сделать милировку, но сейчас меня более чем устраивает цвет моих волос, хотя корни, конечно, немного отросли. Все же мне очень нравится, как сейчас это все смотрится. И, наверное, милировку я уже буду делать прям 100% перед школой, перед сентябрем, потому что там и день рождения, и все в таком плане, так что вот тогда будет самый идеальный вариант. И за это время я пока волосы немного подлечу, потому что сейчас, мне кажется, немного они не в самом лучшем состоянии. Но цвет пока вот такой, знаете, максимально русый, меня более чем устраивает, так что я довольна им. Также мне пришла новая кофточка, я заказывала с Ансфера лонгслив Томми Хильфигер. Мне он очень понравился, но есть один очень большой минус. На сайте была неправильно написана длина, и в итоге я могу только его заправлять. Мне по-другому не нравится, как он смотрится. Так что примерно вот так он выглядит. Но в целом довольно-таки неплохо. Мне реально очень нравится, как он сидит. То, что он так, знаете, в обтяжечку, не прям сильную, но вот красиво. Мне очень нравится. Но опять же, если бы был длиннее так, как я планировала, и так, как было написано на сайте, было бы просто вообще все идеально. Но смотрится он очень красиво. Сейчас я уже ничего такого делать не буду. Я просто поеду в Киев и... Потом буду просто читать и смотреть YouTube, так что ничего супер глобального у меня уже за сегодня явно не будет. Так,
так сейчас 5 часов вечера, где-то через 20 минут мне нужно будет уже выходить. Я еду на встречу со своей подружкой. Будет очень интересная программа маршрута для прогулки, так что это меня уже очень заряжает хорошим настроением. И немного хочу рассказать, что происходило со мной за эти пару дней. Что могу сказать? Вчера я ездила на диагностику зрения. Честно, это были далеко не самые приятные 3 часа в моей жизни, потому что я знала, в принципе, до всех обследований, что у меня много диагнозов и все остальное по поводу глаз. И вообще я с 3 класса, получается, ношу очки, и вот все вот в таком роде. Мое зрение все равно падает, несмотря на очки и так далее, хоть и на постоянное ношение. Те, кто подписан на мой телеграм, знают, что я безумно хотела линзы, но мне много раз отказывали, говорили, что это нереально, нереально, надо зрение подтягивать и так далее. Как раз-таки вчера мне сказали, что можно. Правда, одна линза будет под заказ, и ждать ее примерно 3 месяца получается. Но, если честно, я уже готова ко всему, потому что я безумно устала за все это время с очками. Я безумно уже хочу почувствовать, что я нормально вижу, без очков, без чего-либо, и вот все в таком плане. Так что для меня это очень важно, и я готова ждать 3 месяца и так далее. То есть для меня это не важно, и получается одна линза для носки 3 месяца, потом можно будет заменить, если мне подойдет, и если будет мне с ней комфортно, на линзу, которую я буду носить год. То есть, ну, довольно-таки удобно. В целом, я очень надеюсь, что все мне подойдет, и я буду уже без очков, потому что я уже не выдерживаю, если честно. Вот, так что примерно все так у нас получается. Нужно будет пройти еще курс аппаратного лечения, то есть сильно много всего непонятного, но все же за это нужно браться, потому что раньше я не особо понимала все важности, но в любом случае после 18 я хочу сделать операцию и забыть за это, по крайней мере, я очень на это надеюсь, опять же. Так что в следующий вторник у меня будет подбор линз и еще один снимок сетчатки получается, и дальше я уже буду ждать свои линзы и буду что-то думать насчет аппаратного лечения и так далее, когда лучше его делать, консультироваться с врачом и все в таком роде. Сейчас мы с вами будем уже собираться, выходить и как раз таки идти на место встречи. Лучшим решением в моей жизни было взять эту сумочку, в которую ничего не помещается, и пакетик еще к ней. Так что в целом я довольна сегодняшним днем. А еще у меня новые джинсы. Я, кстати, 2 дня назад дочитала книжку Агаты Кристи «Зернышки в кармане» или же «Карман полный ржи», и что могу сказать, она мне понравилась. То есть было довольно-таки интересно читать, и я не угадала убийцу, хотя я очень надеялась на это, но вся суть заключается в том, что для меня был уж больно запутанный конец, там просто очень было запутано. Так что я ставлю где-то 8 из 10, но конец, опять же, очень интересный. Поразмышлять над этой книгой стоит, и в целом здесь все события меняются уж очень быстро. Сейчас я читаю, конечно, своего любимого Ремарка, я только буквально начала. Вы знаете, что я ходила на спектакль, я уже примерно понимаю, как для меня выглядят все герои. И я знаю, чем все закончится, так что я уже готовлю все платочки для слез и все остальное. Я сегодня начала, прочитала буквально 2 страницы, но, если честно, просто спектакль шел полностью по книге, так что... Очень советую посетить театр Франка, этот спектакль, потому что это явно стоит того.